Құрметті үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар, бүгін біз коронавирус індетіне қарсы қабылданып жатқан шараларға қатысты мәселелерді қараймыз. Сонымен қатар биылғы бірінші жарты жылдықтағы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылаймыз. Жыл басынан бері ұлттық экономика күрделі жағдайда дамып келеді. Ел экономикасы жалпы 1,8 пайызға төмендеді. Пандемияға байланысты қызмет көрсету саласы айтарлықтай құлдырады. Халықты және бизнесті қолдау үшін аса маңызды шаралар қабылдадық. Менің тапсырмам бойынша экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру жөнінде кешенді жоспар қабылданды. Бүгін үкімет пен әкімдердің экономикалық өсімді қалпына келтіру және халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету жөнінде қабылдаған шараларын талқылаймыз. Бүгінгі жиынның жұмысын мынадай тәртіппен жүргізуді ұсынамын. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары мен жыл соңына дейін орындайтын міндеттер жөнінде премьер-министр Асқар Ұзақбайұлы Мамин баяндама жасайды. Ақша несие саясатына қатысты шаралар туралы ұлттық банктің төрағасы Ерболат Асқарбекұлы Досаев баяндайды. Еліміздегі эпидемиологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі шаралар туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Владимирович Цой баяндайды. Сосын бірқатар облыстың басшыларына сөз беремін. Қажет болса басқалары да сөз беріледі. Қысқа әрі нұсқан негізгі мәселелерге тоқталыңыздар. Сөз Асқар Ұзақбайұлы Маминге беріледі. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімі 1,8 пайызға төмендеді. Бұл ретте экономиканың нақты секторында тұрақты өсім байқалады. Тауарлар өндірісі 4,1 пайызға өсті. Құрылыс пен өндеуші өнеркәсіп негізгі драйверлерге айналды. Өндеуші өнеркәсіпте өсім 4,8 пайызды құрады. Ол автомобиль жасауы 46, фармацевтика 24, дайын металл бұйымдарының өндірісі 20%, және жеңіл өнеркәсіп 8%, және қағаз өндірісі 15% өсу есебінен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ тау-кен өнеркәсібінде оң динамика байқалды. Өсім 2,2% құрады. Жылдық инфляция 7% құрады. Үкімет экономиканы тұрақтандыру, жұмыспен қамту деңгейін тұрақтылығын қамтамасыз ету және халықтың табысын сақтау бойынша міндеттерді шешуге бағытталған барлық қажет шараларды қабылдайтын болады. В условиях текущих экономических трендов в регионах страны проводится работа по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержке доходов населения. Так, по итогам полугодия два региона, Карагандинская и Северо-Казахстанская области, показали рост по всем основным показателям выше среднереспубликанских. Семь регионов, Кустанайская, Алматинская, Жамбылская, Ахмолинская, Восточно-Казахстанская области, города Нур-Султан и Алматы, все основные показатели в положительной зоне. Ввод жилья по стране вырос на 7,3%. В текущих условиях основной задачей правительства является нивелирование негативных последствий пандемии и глобального кризиса и поддержание занятости в стране. Для этого принимаются масштабные меры. Во-первых, в период чрезвычайного положения приняты два пакета срочных оперативных мер по стабилизации экономики и поддержке населения. Во-вторых, в рамках комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года реализуются конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения. В текущих экономических условиях ключевым вызовом становится обеспечение занятости и сохранение доходов населения. Этот вопрос решается комплексно. Реализуются проактивные меры по обеспечению занятости и поддержке доходов населения. В целом, в рамках реализации дорожной карты занятости государственных программ мерами по формированию занятости охвачено более 1,2 миллиона наших граждан. В рамках масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и обеспечения занятости населения в рамках госпрограммы «Нурлы жол» ведется работа по строительству и реконструкции 5500 километров республиканских и 4000 километров местных дорог. В настоящее время правительством будет продолжена реализация контрцикличной макроэкономической политики с облегчением налоговой нагрузки на бизнес и направлением расходов бюджета на поддержание экономической активности. Будет продолжена работа по развитию человеческого капитала, реализации институциональных реформ, созданы условия для массирования, привлечения прямых иностранных инвестиций и развития цифровой инфраструктуры.
Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, 2020 жылғы бірінші жарты жылдықта коронавирустың жаһандық таралуы және мұнай бағасының құрт төмендеуі әлемдік экономикадағы жағдайды тұрақсыздандырды. Қазақстандағы ұлттық қаржы жүйесі де қатты қысымға ұшырады. Соған қарамастан, қаржы нарығындағы тұрақтылықты сақтау бойынша қабылдаған жедел шаралар теңгедегі активтерді сұраныстың төмендеуі қауіпін шектеуге және айырбастау бағамының шамадан тыс әлсіреуін алдын алуға мүмкіндік берді. Годовая инфляция в июне текущего года составила 7%. В структуре инфляции продовольственная составляющая ускорилась до максимального значения с октября 2016 года 11,1% в годовом выражении. По прогнозам Национального банка, в 2020 году годовая инфляция составит 8-8,5% при средней цене нефти $40 США за баррель. Основным сдерживающим фактором для инфляции является слабый потребительский спрос. В свою очередь, установленный с 6 апреля текущего года уровень базовой ставки 9,5% с учетом инфляции в реальном выражении находится ниже нейтрального уровня 3-3,5%. Сохраняя баланс между предотвращением выхода инфляционных процессов из-под контроля и возвращением экономики на траекторию устойчивого роста. Так, сэр. Следующее слово предоставляется министру здравоохранения. Алексей Владимирович Цой, пожалуйста. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті үкімет мүшелері. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 54 тысяч пациентов с COVID-19. После отмены режима чрезвычайного положения темпы распространения инфекции резко возросли. Эпидемическая ситуация по сравнению с другими странами остается напряженной. Средний прирост в странах ОСР и СНГ за сутки составляет 1,4%. В Казахстане суточный прирост составил 3,3%. Выявляется порядка 1700 новых случаев. Показатель заболеваемости 292,7 на 100 тысяч населения. За время эпидемии в стране скончались 313 человек. Смертность составила 1,6 на 100 тысяч населения. В среднем по миру смертность 4,6. Из-за резкого роста заболеваемости госпитализация проводится в зависимости от тяжести состояния здоровья пациента с COVID-19. В этой связи проведена адаптация сети здравоохранения. По вашему поручению в течение 10 дней было увеличено количество инфекционных коек на 33%. До конца июля доведем увеличение коек до 50%. На сегодня развернуто порядка 15 тысяч инфекционных коек и 28 провизорных коек. У меня несколько вопросов. Первое. Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, и которая, естественно, не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии? За первое полугодие 2020 года зарегистрировано случаи с пневмониями. Это 98 546 случаев. В 2019 году было 63 436 случаев или 55,4% рост. То есть данные цифры, у нас они официально автоматически поднимаются с каждой медицинской организацией, и такие расчеты есть. Почти 100 тысяч заболевших, да? Это в какой период? За первое полугодие 2020 года. Угу. Увеличение на 55% примерно, да? Да, от прошлого года 55,4% увеличение. И что это за пневмония? Сколько от нее скончалось людей? Теперь за первое полугодие скончалось 600, первое полугодие, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число зарегистрированных смертей от пневмонии 1772 случая, 1780 случаев в 2019 году было. Так, ну почти 1800, да, в прошлом году? Да. А в этом году? В этом году 1772. 1772, это очень большой показатель, со знаком минус. По итогам года, полугодия, вот такие цифры. Но, Касымжан Кемелевич, в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было всего 274 случая. То есть в 2,3 раза летальность в июне месяце увеличилась. Усилия Министерства здравоохранения надо направлять и на пневмонию. Посмотрите, что делается. Касымжан Кемелевич, мы их мониторим. С учетом именно этих пневмоний разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, они пневмонии неуточненного, то есть отрицательные с коронавирусом, но в наших стационарах они лежат. То есть мы это учитываем,
в том числе в потребности в койках и в аппаратах ИВЛ. То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая, это надо признать. Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет. Что за пневмония это? Какова ее природа? Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные. Это 7348, бактериальные 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией. Это 39702. Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении, это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут, сильно болеют. В этой связи у меня вопрос по СК-фармации. Что это за организация, кто там работает и почему они каждый раз нас подводят? Я уже на протяжении последних 15 лет слышал об этой организации. Все там хотят работать, клановые интересы какие-то вокруг этой организации и так далее. Что вы собираетесь делать? Касымжан Кемельевич, СК «Фармация» в основном занимается поставками в государственный сегмент. То есть они занимаются поставками централизованными в регионы как для больниц, так и для поликлиник. Эти поставки сейчас они у нас оцифрованы. Все контракты заключаются в электронном формате. Эффект экономии он очевидный. Там, то есть это компания, которая закупает напрямую с заводов, через нее реализуется программа поддержки отечественных товаропроизводителей, то есть фиксированные офтейк контракты на 10 лет, и благодаря этому вот фармпромышленность сейчас дает основной рост, там 22% вот по итогам доклада премьер-министра. То есть это один из механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей. Помимо этого они работают с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, и прямые контракты с заводами непосредственно за рубежом, которые являются оригинальными препаратами и извозятся в Казахстан. Асхар Зухпаевич, займитесь этим вопросом. Во-первых, надо начать с кадровых вопросов, решить кадровые проблемы. Во-вторых, функционально посмотреть. Алексей Владимирович мне сейчас рассказывает весь функционал СК-фармации. Это мы знаем, чем он занимается. Но как занимается? Вот вопрос в чем. Ясно. У меня поручение Шпекпаеву, антикор, надо посмотреть эту организацию с точки зрения коррупционных рисков, но в конце концов надо разобраться. Сейчас вот видите, вы докладываете, Алексей Владимирович, что Казахстан получает гуманитарную помощь, лекарства из Узбекистана, Арабских Эмиратов, Катара и так далее и тому подобное. Ну, даже неудобно слушать подобную информацию, потому что ну, дожились, как говорится. Получаем гуманитарную помощь лекарствами из такого количества государств. У нас ничего своего нет. Целая организация занимается распределением лекарственных изделий по государственным организациям. Там сидят огромное количество людей, получают зарплату, причем высокую зарплату. Зачем все это? Разберитесь в конце концов. Есть, понял. А? Дальше, Алексей Владимирович. Вот... Ну, вы поняли, коронавирус плюс пневмония, этим надо заниматься. Ситуация очень серьезная, вы ее хорошо понимаете, у вас есть план, но выставляя одну проблему на первый план, вторую очень серьезную проблему в тень уводить, конечно, нельзя. Анализ деятельности межведомственных мониторинговых групп выявил организационные недоработки на местах. Оперативными штабами слабо осуществлялась координация деятельности госорганов. Не был обеспечен контроль за соблюдением карантина. Как вы прокомментируете это? Я в своем заявлении сказал, что, в принципе, ситуация, которую мы сейчас имеем, является результатом. Первое – массовое несоблюдение карантина. Второе – системные ошибки Министерства здравоохранения. Ну и, конечно же, слабое взаимодействие государственных органов и в целом работа исполнительной власти. Вот. Это результат такой работы.
Что касается соблюдения карантина, пару месяцев назад я был в Алма-Ате, там на улицах вообще никто не соблюдал карантин. Все ходили без масок, и до сих пор ходят люди без масок. Просто поразительно. Значит, я делаю вывод о том, что акимы плохо проводят разъяснительную работу. Махнули рукой. Атырау облысында ахуал өте күрделі. Мүшкіл, не бұл жатыр Атырау облысында? Құрметті қасым-жомарт кемелұлы, жағдай күрделі. Біз байқап отырмыз, 11 мамырдан ЧП режим тоқтатылғаннан кейін қатты өсім байқалып жатыр. Маусым айында, в июне месяце, более 3000 случаев заражения. При том, что у нас сейчас 7150, более 3000 в июне месяце и с начала июля месяца более 2000. То есть видим, что есть большое распространение. Чем вызвано выявление большого количества за последние дни? Тем, что у нас в области, вы знаете, особенно в нашей области, промышленные предприятия, работа на нефтегазовых месторождениях, на крупных объектах большого количества людей вахтовым методом. Жалпы түсінікті. Жұмысты әбден құлдыраттың ғой енді. Я тут поручал администрации помогать акиму Атырауской области. Новый аким, нефтяник, фамилия известная. Давайте, помогайте, помогайте. Что-то плохо идет у вас там работа. Показатели, и особенно в отношении пандемии. А что мешало организовать? Мы-то знаем, какие там предприятия и что делается в нефтяной отрасли. Но нет результатов. Сондықтан ана үкіметтік комиссияның қазір шұғыл түрде, Асқар Азопайұлы, шұғыл түрде Атырау облысына жіберу керек, әкімге көмектесу керек. Не справляется он. Я вам объявляю выговор, последнее предупреждение, потому что мы же не можем тянуть целую область отсюда. Келесі сөз Жеңіс Махмұдұлы Қасымбекке беріледі. Құрметті Қасым-жомарт Кемелұлы, құрметті әріптестер, облыста коронавирустық инфекциямен күресу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіз. 5790 вирусты жұқтырушы тіркелді. 3730 адам емделіп ауруханалардан шығарылды. 2000 адам емделуде жалғастыруда. Өкінішке орай 38 өлім жағдайы тіркелді. Уважаемый Касымұрат Кемелович, в соответствии с вашим поручением мы значительно увеличили количество койко-мест. Сегодня 4200 койко-мест по области есть, свободных 800 на сегодняшнее утро. До конца месяца будет 5300 койко-мест. У нас есть здесь медицинский университет, другие учебные заведения медицинского направления. Сегодня проблем с комплектацией медицинскими кадрами нету. В среднем заполняемость госпиталей сегодня 71%. На этой неделе большая партия медикаментов поступила в аптечную сеть области. Только парацетамола порядка 200 тысяч упаковок. Ожидаем следующую поставку на следующей неделе. Хотел бы сказать, что перекупщиков, несколько фактов выявлено. По каждому из них жестко совместно с правоохранительными органами работаем. Келесі сөз Өмірзақ Естайұлы Шүкеевке беріледі. Құрметті Қасым-жомарт Кемелұлы, үкімет мүшелері, коронавирус індеті бойынша облыста 2079 науқас тіркеліп отыр қазір. Оның 795 адамы жазылып шықты. Бір күндік көрсеткіш тағы айтатын болсақ, бүгін 27 науқас тіркелді. Өсім 1.4%, 9 адам жазылып шықты. Коронавирусқа қарсы өзіңіздің тапсырмаңызбен шаралар қаралып жатыр. Оның ішінде қазіргі таңда 3311 төсек орын ұйымдастырылды. Оның 440 инфекциялық стационарда, 980 карантиндік орталықтарда, 1891 провизорлық стационарда. 5 шілдеден бастап санитарлық дәрігердің қаулысы бойынша қатаң карантиндік шектеу режимі енгізілді. Тәулігіне облыста 650 тест жасайтын ПЦР зертханалар, 4 зертханалар жұмыс істеп жатыр. Жалпы айтқанда, одан бір жеті бұрын жаңа койко-местілер 95% пайдаланып жатса, қазір жаңағы төсек орындардың 40%-дай бос жағдай біртіндеп тұрақталып келе жатыр деп айтуға болады. Дәрі-дәрмек бойынша айтатын болсақ, біздің мемлекеттік стационарларда, емханаларда жаңа коронавирустың протоколы бойынша керекті дәрі-дәрмек толығымен жетеді.
Бірақ мынау жаңағы жекеменшік дәріханалар, 900-ден астам дәріханалар бар біздің облыста. Олар орталықтан мынау жаңағы бақылау комитеті, фарм комитетінің құзырында. Солар бір 2-7 бұрын жаңағы ажиотаж кезінде жаңа шілдедегі августағы дәрі-дәрмектің бәрі сатылып кетіп, көптеген тапшылық, қиыншылықтар болды. Осыған байланысты біз өзіңіздің тапсырмаңызбен шұғыл түрде шаралар қабылдадық. Оның ішінде жаңағы біздің облыстық бюджеттен 500 миллион теңгені шұғыл түрде бөліп, басқа шетелдік жаңағы дәрі-дәрмек шығаратын компаниялармен келісімшарт жасалып, бүгін бірінші партиясы 2 фура дәрі келді. Дәрі-дәрмек жеткілікті болады ма? 2 айға біз қажеттілікті жеткіземіз. Жаңағы қаржының арқасында, сосын жаңағы тікелей байланыс орнату арқасында. Очень важно, чтобы все эти лекарства доходили до конечного потребителя, чтобы опять спекуляции не было. Но за этим надо смотреть очень внимательно. Смотрите, какие деньги мы опять вновь тратим, чтобы обеспечить наших граждан необходимыми лекарствами. Понятно. Если уйдет опять на черный рынок, это просто уже дальше уже некуда. Не, мы не допустим это, конечно, не допустим. Мақтарал, су тасқыны. Салдары не болып жатыр? Құрылыс жүргізіліп жатыр ма? Өзіңіздің тапсырмаңызбен жаңағы қаржы көздер ұйымдастырылды. Қазір 866 үйдің 198 үйі мемлекеттік бюджеттің резерв есебінен салынып жатыр. Қалған 670 үй демеушілермен басқа да қорлардың есебінен салынып жатыр. Өте қарқынды жұмыс жүріп жатыр қазір. Қасымжан Кемелұлы. Жалпы қаржы жеткілікті, қаражат бар. Қазір ана салынып жатқан үйлердің сапасына көңіл аудару керек. Сапасы жақсы, жоғары болу керек. Әйтпесе ұят болады енді. Қаншама ақша, қаншама қаражат жіберіп отырмыз. Енді амандық болса, Тайварада мен Мақтаралға барып қайтамын. Көремін өзім. Не болып жатқанын. Түсінікті. Келесі сөз Бердібек Машбекұлы Сапарбаевқа беріледі. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, сіздің індетке байланысты берген тапсырмаңызды орындау мақсатында құрамында қоғамдық ұйымдардың, право қорғау орнау, прокуратура, мемлекеттік органдардың өкілдері бар. 34 мониторлық топ құрылды. Оған қосымша 200-ге жуық дәрігерлердің мобильдік топтары құрылды. Олардың негізгі мақсаттары, жаңа сіз айтқандай, түсіндіру, бақылау, қадағалау жұмыстарымен айналысу. Қазіргі таңда 66 мың азаматтар зерттеуден өтті. Бүгінгі күнге 1971 науқас тіркелді. Оның 1086-сы симптомсыз, 1081-і қазір толығыменен емделді. Төсек қоры қазір 64% пайдалануда. Бірақ енді ана тапсырмаңызға сәйкес, егер бұл індет ары қарай жоғарылайтын болатын болса, онда біз оны қазір көбейтеміз. 2680 орын дайындап қойдық. Ең бір қазіргі бір жақсы нәтиженің біреуі, Қасым-Жомарт Кемелұлы, оң динамика. Егер осыдан бір апта бұрын науқастардың саны 77 болатын болса, бүгін ол енді 48-ге дейін төмендеді. Біз бұл жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Дәрі-дәрмек пен қамтамасыз ету жөнінде ауруханаларда, емханаларда мәселе жоқ. Мәселе мынау дәріханаларда бар. Біз оларға мынау Қарағанды, Шымкент қалаларынан қазір дәрі алып отырмыз. Басқа мемлекеттерменен келісіміміз бар. Қосымша 513 миллион қаржы бөліндік. Осы келесі аптадан бастап ала бастаймыз. Қазір 2000-нан астам дәрігер осы жұмысқа қамтылған. 535-те дәрігер жетіспейді. Өткенде өзіңіз айтқандай, біз мынау зейнеткерлерді, студенттерді оқытып, соларды қосымша тартамыз ба деп жұмыс істеп жатырмыз. 3000-нан астам дәрігерлерге, полиция, әскер қызметкерлеріне 2 миллиардқа жуық көмек көрсетілді. Індетке дағдарысқа қарамастан мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен, өзіңіздің қолдауыңызбен Қасым-Жомарт Кемелұлы өткен бірінші жартыжылдықта экономикалық өсім 101% болды. Өзіңіз көріп отқандай, барлық негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер былтырғыдан жоғары, республиканың көрсеткішінен төмен емес. Біз
ірі және орта 66 кәсіпорынды әрдайым мониторлап отырамыз. Оларда жұмыс орнын қысқарту, тоқтату деген болған жоқ. Сіздің негізгі тапсырмаларыңыздың біреуі ол халықты жұмыспенен қамтамасыз ету арқылы жағдайын жақсарту. Қазіргі таңда 21 мың жұмыс орындары құрылды. Біздің енді негізгі міндетіміз оны 52 мыңға жеткізу. Жақсы, жалпы жоспарларыңыз жақсы, керемет, кең ауқымды. Ең қазір маңызды мәселе бұл жоспарларды іске асыру. Ол бір, екіншіден жұмыссыздыққа көңіл аудару керек. Мысалы, облыста жұмыспен қамту жол картасы бойынша 18700 адам уақытша жұмыс орнын ашатын болдыңыздар. Бірақ тұрақты жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру жөнінде бұл мәселелер әлі толығымен шешілмей жатыр. Сондықтан бұл мәселелерге арнайы көңіл аудару керек. Қасым Жомарт Кемелұлы, айтқаныңыз өте дұрыс. Қазіргі негізінен жаңадан ашылып атқан жұмыс орындары ол жаңағы айтып кеткен мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуының нәтижесінде. Біздің негізгі мақсатымыз, өзіңіз әрдайым солай тапсырма бересіз, тұрақты жұмыс орындарын ашу. Біз қазіргі сол әрқайсымен жұмыс істеп атқанымыз тұрақты жұмыс орындарын ашу. Так, я хотел бы предоставить слово Акиму Восточно-Казахстанской области Даниилу Кенжетаевичу Ахметову, пожалуйста. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, біздің алдымызда тұрған бүгінгі басты міндет инфекцияның таралуын тежеу, халықтың вирусты жаппай жұқтыруына жол бермеуі. Төтенше жағдай кезінде енгізілген қатаң шектеу шаралары бізге оның мүмкіндігін екенін дәлелдеді. Какова, Қасым Жомарт Кемелұлы, ситуация на сегодня с коронавирусом? В области зарегистрировано 2547 больных, из них на сегодня выздоровело 1251. В соответствии с вашим поручением мы развернули программу по увеличению количества коек. В частности, сегодня у нас открыты и работают 1800 инфекционных коек, 1896 провизорных, 2590 карантинных коек. Заполняемость наших больничных учреждений составляет 35%. Более того, мы открыли палаты интенсивной терапии, 277 реанимационных коек, оснащенных в соответствии с международными стандартами, работают у нас сегодня. Протестировано 173 тысячи человек, в том числе 66 тысяч – это экспресс-тесты. На контроле 542 очага инфекции, 1629 контактных лиц. Какие приняты организационные меры? Безусловно, это то, что вы поручили увеличение количества инфекционных, провизорных, карантинных коек. Эта программа практически на сегодня выполнена, но в течение еще 20 дней 1000 коек будет добавлено. Это уже из области подготовки к возможной осенней кампании. Кроме того, все имеющиеся ресурсы в области, такие как 15 компьютерных томографов, закреплены за каждым районом. Ежедневно я провожу совещание с каждым акимом, главным врачом. Все компьютерные томографы, каждый закреплен за отдельным районом. Если их в этом районе нет, они рассчитаны по часам, из расчета 24 часа. Аналогично проведена работа, все цифровые рентгенаппараты закреплены в городах за районами, и каждый районный врач знает место, время, когда он может работать на этом аппарате. Хорошо, ну, понятно, вы человек опытный, но возвращаясь к исходному вопросу, о чем мы сейчас говорили с министром здравоохранения Алексеем Владимировичем Цоем, у вас вот соотношение коронавируса и пневмонии. Сколько человек болеет пневмонией по сравнению с коронавирусом и смертность от нее? Потому что я чувствую, что пневмония тоже становится очень серьезной проблемой. Значит, Касым Жомарт Кемелевич, докладываю. В целом, конечно, вот если говорить о статистике, приблизительно 75% это ОРВИ. Всего по области было пролечен за этот период весь 1891 с диагнозом пневмония. К сожалению, да, есть у нас и летальные случаи, что соответствует общей практике страны. Мы этот вопрос держим на контроле. Мы видим, ну, практически, я вам честно скажу, каждого больного.
Да, действительно, такой факт имеется. Келесі сөз Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Абдықалықоваға беріледі. Көрсеткіштеріңіз онша жақсы емес облыста қазір. Шын айтқанда. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, Қызылорда облысында COVID-19 коронавирус инфекциясымен барлығы 1578 жағдай тіркелді. Барлығының жағдайы бақылауда, қажет болған жағдайда телемедицина арқылы кеңестер алынуда. Коронавирус инфекциясынан емделіп шыққандар саны 1063, ол 67% құрайды. Ауырғандардың қазіргі таңда коронавирус инфекциясымен 306 науқас ем алуда және 1405 азамат провизорлық стационарда бақылауда. Облыс аумағында коронавирус инфекциясымен ауырған және қарым-қатынаста болғандарды бақылау мақсатында барлығы 2295 төсек орын ұйымдастырылды. Бізде 25% қосымша төсек орын қоры бар. Облыста ұлттық сараптама орталығында 3 стационарлы, 1 жылжымалы полимеразды тізбекті реакция қондырғысы және облыстық тезе-пульмонология орталығында 1 ПЦР қондырғысы бар. Облыстың барлық емдеу мекемелері бірінші типтегі костюмдермен, қорғаныс құралдарымен, сонымен қатар қажетті дәрі-дәрмек қорымен толық қамтамасыз етілген. Облыс бойынша жұмыс жасап тұрған 64 өкпе жасанды желдету аппараты бар. Осыған қосымша Денсаулық сақтау министрлігіне 63 өкпе жасанды желдету аппаратына тапсырыс берілді. Бұдан бөлек Түркия мемлекетінен гуманитарлық көмек ретінде 10 өкпені жасанды желдету аппараты бөлінді. Нам надо сейчас тоже обратить внимание на положение в Кызылординской области. Я поручаю премьер-министру и аппарату президента. Потому что по докладу премьер-министра область находится в красной зоне. У нас сейчас там новый аким. Надо помочь выводить область из так называемой красной зоны по всем показателям. Показатели неважные. Пока. Ақтөбе облысы. Мұнасы Нұразалин. Не айтасыз? В целом, если по коронавирусу, то ситуация у нас достаточно стабильная. В стационаре всего 156 человек по коронавирусу находится на излечении. С начала пандемии 4 человека у нас скончалось, сейчас 11 человек находится в реанимации. В принципе, врачи алгоритм лечения по коронавирусу отработали, здесь особой проблемы у нас нет. Наибольшую, так сказать, нагрузку и резонанс действительно создала проблема с пневмонией. На сегодняшний момент действительно в городе порядка 1500 людей находится у нас в стационарах на излечении. Но есть положительная динамика. И мы сделали соответствующие выводы из ваших замечаний. И все силы бросили именно решение проблемы с пневмонией. За одну неделю мы создали порядка 1000 новых мест в специализированных 3 провизорных учреждениях. И на сегодняшний момент увеличили до 50%. У нас есть резерв койко мест, на сегодняшний момент заняты порядка 70%. Теперь мы их обеспечили полностью. 2800 врачей, которые работают. В области порядка 150 аппаратов ИВЛ. Из них стационарно именно по пневмонии 79 используются. 19 рентгенаппаратов мы туда тоже подключили. 9 компьютерных аппаратов томографии. В этом отношении то, что касается лекарственных препаратов, мы полностью обеспечили. Более того, дополнительно завезли из Оренбурга. И запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов от 14 до 20 дней. С кислородом, с остальными делами проблем нету. И на сегодняшний момент имеется положительная динамика. Если в первые дни поступало 120-130 человек, то на сегодняшний день поступило на утро 81 человек. И из них 161 из больных выздоровело. А как на предприятиях обстановка развивается? Иностранцы уезжают, я так понимаю? Да? Нет, Касым Жомарт, в этом отношении у нас вообще порядка 40 вахтовых поселков. Отдать должно, китайцы очень серьезно к этим относятся. Они сами попросили нас ПЦР-тесты увеличить количество. Выявляемость в основном за счет них. Но, к счастью, в вахтовых поселках мы ситуацию держим под контролем. Там не допускаем, короче говоря, появления людей с заболеванием
То есть иностранцы, иностранные специалисты в основной части остаются на своих предприятиях или все же покидают? Все китайцы остались. Китайцы. Другое дело, что они многие сократили сервисы, услуги и держат их на дистанционном, так сказать, направлении. Понятно. Аскар Узакбаевич, из того, что мы сейчас слышали, ну, понятно, для всех нас самая актуальная, я бы сказал, острая проблема – это все же обеспечение лекарственными изделиями. Поэтому эту проблему, как мы с вами условились, надо просто скорейшим образом решить. Александр Кимович, по вашему поручению, 3 миллиона упаковок лекарств, особо востребованных, будут сегодня и завтра будут в Алмату, значит, привезены. Уже борты летят, по вашему поручению все организовано. И это все будет распределено по регионам. Буквально до конца недели, в течение субботы и воскресенья, все регионы получат необходимое количество. Сегодня уже пятница, так что до конца недели, как мы условились, надо решить. Да, да, да. Чтобы мы больше об этом не слышали. Есть такое. Я еще хотел бы послушать акима Западно-Казахстанской области, Али Искалиев. Қайырлы күн, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Койка места у нас на заполняемость уже под 90%, но мы за 3 раза увеличили койка места по сравнению с 1 апреля. И в ближайшую неделю еще дополнительно 240 провизорных койка мест и 90 инфекционных койка мест откроем. Я думаю, койка места проблем не будет. Были у нас дефицит по кислородоподающим оборудованию. Сегодня мы за счет спонсоров из Российской Федерации 150 кислородных концентраторов завозим. И из местного бюджета еще выделили 254 миллиона тенге тоже на кислородоподающую аппаратуру. Хорошо. Центр будет вам помогать, естественно, но акимы уже фактически единоличные руководители регионов должны принимать самые активные меры. И организационные, и идеологические разъяснительные меры. Қорытындылайық. Өкінішке қарай, қазіргі эпидемиологиялық ахуал қоғамда аса қатты алаңдатып отыр. Расында ахуал өте күрделі, бірақ алғашқы оң үрдістер де байқалуда. Өткен аптада мен үкімет пен әкімдерге бірқатар тапсырма бердім. Мемлекеттік комиссия өз жұмысын жандандыра түсті. 2 апта мерзімге карантин шаралары енгізілді. Жалпы ахуал мемлекеттік комиссияның бақылауында. Пандемиямен күрес барысында шұғыл мәселелерді шешу үшін үкіметтен және өңірлерден 150 миллиард теңге бөлінеді. Басты міндет – коронавирустың жұғу қарқынын ауыздықтап таралуын тоқтату және науқастарды емдеу ісінде айтарлықтай нәтижеге жету. Індетке қарсы күрес карантин шаралары қатаң сақталған кезде ғана нәтижелі болады. Мұны шетелдің тәжірибесінен көріп отырмыз. Ал біздің елімізде қоғамдық тәртіп едәуір ақсап тұр. Полиция және санитарлық дәрігерлер карантин режимін қатаң сақталуын қамтамасыз етуі керек. Бұл халықтың денсаулығы мен азаматтарымыздың қауіпсіздігі үшін аса қажет. Карантин режимін бұзғандар жауапқа тартылады. Себебі олар тек өзінің ғана емес, өзгелердің де денсаулығына қауіп төндіреді. Салғырттыққа, бейқамдыққа жол бермеу керек. Келесі маңызды міндет толыққанды медициналық көмек көрсету және аса қажетті дәрі-дәрмектерді қолжетімді ету. Денсаулық сақтау министрлігі басқару ісінде бірқатар өрескел қателіктер жіберді. Әкімдердің көпшілігі жұмысын тиісті деңгейде атқарған жоқ. Үкімет те бақыламады. Жіберілген қателіктер мен олқылықтарды анықтайтын арнайы комиссия құру қажет. Бұл комиссия қазіргі ортақ жұмысқа кедергі жасамай, тексеріс жүргізіп, маған ұсыныс беруі керек. Нужно провести расследование всех виновных возникших трудностях и привлечь к ответственности. Без этого никак нельзя. Нам нужно извлекать уроки и принимать меры. Что касается руководителя СК «Фармация», я уже высказался на эту тему. Нужно уволить, если есть в этом необходимость, провести следствие. Вот в последнее время очень много разговоров вокруг фонда обязательного медицинского страхования.
Мне кажется, что нужно поставить туда более делового человека, чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и разного рода сплетен. Ну и, конечно же, в целом со стороны правительства должен быть анализ деятельности фонда как такового. Насколько он успешен, насколько он эффективен. Біз қазір дәрігерлердің жетіспеушілігі мен оның бағасын қолдан қымбаттату мәселесін шешуге мәжбүр болып отырмыз. Бұл жағдайды тез арада реттеп, барлық өңірді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету керек. Жұмыс жүргізілуде. Енді нәтиже керек. Індет кезінде осындай жолмен пайда тапқысы келгендерді қатаң жауапқа тартуға жет. Менің тапсырмамнан кейін бұл бағытта жұмыс басталып кетті. Оның соңына дейін жеткізу керек. Себебі бұл түптеп келгенде ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Коронавирус індеті ұзаққа созылуы мүмкін. Сондықтан алдымызда аса қажетті дәрі-дәрмектердің және медициналық бұйымдардың жеткілікті қорын қалыптастыру міндеті тұр. Бұл ретте медициналық өнімдерді сатып алуды қатаң түрде бір орталықтан басқару қазіргідей жағдайда қаншалықты тиімді екенінде қарастырған жөн. Сонымен қатар СК фармация компаниясын білікті мамандармен қамтамасыз ету мәселесін шешу қажет. Қазақстанда дәрі мен медициналық бұйымдардың көптеген түрін өндіруді жолға қоятын кез келді. Қашанға дейін импорттық дәрілерге тәуелді боламыз. Намысымыз қайда? Өңірлерде ахуалды түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз жүргізілуде. Халықты үрей мен қорқыныш билеген. Тіпті олар өздеріне қажет емес дәрілерді де сатып алып жатыр. Адамдар әлеуметтік желідегі әртүрлі күмәнді ақыл кеңестерге құлақ асуда. Кол орталықтардың тәулік бойы қызмет көрсетуін қамтамасыз етіп, жұмысын күшейту керек. Беделді дәрігерлер, телемедицина, телеарна және әлеуметтік желі арқылы емделудің дұрыс жолдарын үйретіп, жүйелі түрде түсіндіруі қажет. Олай болмаған жағдайда дүмбілез, алаяқ емшілердің күмәнді кеңестері халықтың денсаулығына кесел келтіреді. Дәрігерлеріміздің денсаулығын сақтау, олардың жұмысқа қабілеттілігі мен ынтасын арттыру өте маңызды. Тағы маңызды міндет жұмыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Кәсіпорындардың электрондық санитарлық құжаттарын енгізуге белсенді түрде кірісу керек. Жеке бастың қауіпсіздігі мен саламатты өмір салтын ұстану күнделікті міндетті дағдыға айналуы керек. Біз пандемия басталған сәттен ашық саясат жүргізіп келеміз. Билік ештеңен жасырып отырған жоқ. Сомнения в статистике безосновательны. Эти информационные вбросы нацелены на дестабилизацию обстановки. Я уже говорил, мы ничего не скрываем. Вся статистика у нас абсолютно прозрачная, честная. Егер статистикаға қарасақ, жағдайымыз тұрақты деп мәлімдеген елдермен салыстырғанда, Қазақстандағы ахуал жаман емес. Алайда үкіметтің және әкімдердің қабылданған шараларды түсіндіруінде олқылықтар бар. Олардың қоғам пікірімен тиісті деңгейде жұмыс істей алмай отырғаны байқалды. Бас санитарлық дәрігердің пікіріне ешкім құлақ асқан жоқ. Кәсіби дағды мен ұйымдастыру жұмысы жеткіліксіз болды. Нәтижесінде біз гуманитарлық көмек алып, шетелдік мамандарға кеңестері үшін алғыс айтып отырмыз. Тағы бір кемшілік, біз жұмыстың тәсілдерін үнемі өзгерте береміз. Бұрынғы басшылық аяқ астынан науқастарды симптомды және симптомсыз деп бөлу керек деп шешті. Қазір бұл әдістемеден бас тарттық. Не осындай әрекеттер халық арасында күмән туғызады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұмысына да біздің көңіліміз аса толмайды. Оның медициналық қаттамасы тұрақты емес, үнемі өзгере береді. Сондықтан тиімділігі күмән туғызады. Мысалы, SARS, я болмаса Ebola дерті өршіп тұрған кезде, бұл ұйымның қабылдаған шешімдері әлдеқайда оңтайлы және тиімді болған. Індет жұқтырғандар мен қайтыс болғандар көбейгенімен, аурудан жазылғандардың санында артып келеді. Бұл дәрігерлердің ерлікке барабар еңбектерінің арқасында жүзеге асып отыр. Денсаулық сақтау жүйесі мұндай ауыр сынаққа толық дайын болмаса да,
пандемиямен бетпе-бет келді. Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы басшылығы уақытының жеткілікті болғанына қарамастан індетпен күреске тиісті деңгейде әзірлене алмады. Науқастар саны және басқа да көрсеткіштер бойынша олардың жасаған барлық болжамдары қате болды. Бұл мәселеге қатысты үкімет тарапынан да өрескел қателіктер жіберілді. Мұны ашық айту керек. Дағдарыс кезінде цифрландыру қызметінің де рөлі мүлде байқалған жоқ. Цифрлық комиссарлар қандай жұмыс бітіріп жатыр? Бұл төтенше жағдай болғандықтан пандемияға қатысты барлық шешімдерді жедел қабылдауымыз керек. Денсаулық сақтау министрінің ұсыныстары мен талаптары үкіметтің өзге мүшелері мен әкімдер үшін бірінші кезекте орындалатын міндет болуға тиіс. Бір сөзбен айтқанда, пандемия кезінде денсаулық сақтау министрінің ерекше мәртебеге және құзыретке ие деп есептеңіздер. Министрлікке пандемиямен күрес жөніндегі күнделікті есептің және ақпараттың берілуін қамтамасыз етуді үкімет пен әкімдерге тапсырамын. Қалыптасқан ахуал 2 аптадан кейін жақсарады деп үміттенемін. Олай болмаған жағдайда жалпы үкіметтің осы құрамда жұмыс істеуі мүмкіндігі туралы мәселе туындайды. Енді елдің әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындысын талқылауға көшеміз. Негізгі көрсеткіштер премьер-министр Асқар Ұзақбайұлы Маминнің баяндамасында айтылды. Дағдарысқа қарсы тиісті экономикалық шаралар қабылданды. Сонымен бірге кейбір шаралардың тиімділігін әлі де жетілдіру қажет. Бүгін біз осы мәселені қарастырамыз. Ең алдымен қорды ретімен пайдалану туралы. Қаржыны нақты пандемиямен және экономикалық дағдарыспен күреске бөлу керек. Қаражаттың жұмсалуын есеп комитеті тексеретін болады. Президент әкімшілігі осы мәселені қатаң бақылауда ұстауы тиіс. Деньги на борьбу с кризисом есть, они имеются. Необходимые законодательные решения приняты. Поэтому снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию. Я понимаю, в целом, конечно, мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Как бы то ни было, экономические показатели в целом неплохие, но мы же понимаем, что при отсутствии должных действий со стороны исполнительной власти правительства мы можем оказаться в глубоком кризисе. Поэтому я предупреждаю, что ситуацию надо исправлять. Сегодня я уже сказал по Кызылординской области. Там наблюдается негативная динамика по двум индикаторам. В сфере строительства и инвестициям в основной капитал. В Атырауской области допустили снижение по двум основным показателям. Вводу жилья, инвестиции в основной капитал. Список таких не очень радужных показателей можно продолжить с упоминанием соответствующих областей. Я сейчас этого не хочу делать. Я поручаю акимам регионов принять меры по устранению отставания по основным показателям экономического развития. Теперь перейдем к задачам на предстоящий период. Первое. Восстановление экономического роста. В первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. При этом надо иметь в виду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У правительства должен быть соответствующий план действий. Я так понимаю, что он сейчас находится в стадии разработки, если уже не подготовлен. Мы находимся в бюджетном цикле. Есть возможность определить финансовые приоритеты. Главное – это экономика и занятость. Я поручаю правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время государственная поддержка должна быть направлена на получение максимального эффекта. Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса, в первую очередь в части сохранения занятости и заработной платы. Правительству и Атамекен поручается в течение 2 месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса. Далее, важно не прекращать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций. Как бы то ни было, несмотря на чрезвычайную ситуацию во всем мире, инвесторы ищут стабильную среду, новые ниши для вложения. Поэтому этим моментом следует воспользоваться. Необходимо полноценно использовать имеющиеся возможности и нашей страны.
Недавно на площадке Международного финансового центра «Астана» я провел совещание с участием зарубежных экспертов. Принята новая стратегия. Задача правительства – содействовать работе центра и задействовать его правовой и финансовый режим для привлечения инвестиций. Причем не только портфельных, но и прямых. МФЦА обладает конституционным статусом, что делает его уникальным институтом в нашей части мира. Поэтому не следует обливать его скепсисом, а нужно раскрывать потенциал самого центра. Оказание проактивной поддержки нашим экспортерам, особенно производителям продукции высоких переделов, это очень важная проблема, важное направление. Пандемия коронавируса, как ни странно, способствовала появлению новых ниш, возможностей. Поэтому, помимо максимального насыщения внутреннего рынка, мы должны создавать конкурентоспособный экспортный товар и обеспечить его доставку на рынки в самые короткие сроки. Следует предусмотреть разностороннюю поддержку экспортерам несырьевой продукции. Следующий вопрос. В целях насыщения внутреннего рынка мы запустили программу «Экономика простых вещей». В рамках антикризисных мер ее финансирование доведено до 1 триллиона тенге. Данная программа задумывалась как важнейший инструмент импортозамещения и обеспечения занятости. Однако за полтора года существования условия этой программы, ее условия пересматривались 6 раз. Освоена только 1/5 от всего объема, чуть более 200 миллиардов тенге. Количество субъектов обрабатывающей промышленности и доля импорта товаров народного потребления остались на прежнем уровне. Таким образом, мы выделяем деньги, не предусмотрев целевых ориентиров и встречных обязательств. Другими словами, возникла реальная опасность провала экономики простых вещей по подобию других программ с красивыми названиями, со всеми вытекающими, между прочим, отсюда оргвыводами, потому что дискредитация очередной государственной программы нам совершенно не нужна. Это будет воспринято как дискредитация всего государства. Екінші. Жұмыспен қамту және халықтың табысын артыру. Біз жұмыспен қамту жол картасын қабылдадық. Оны жүзеге асыру үшін 1 триллион теңге қаржы бөлдік. Бірақ жоспарда көрсетілгенде 255 мың емес, 150 мыңға жуық адам ғана жұмысқа орналасты. Жобалардың дені негізінен жөндеу жұмыстарына бағытталған. Бұл бастамалар азаматтарды биылғы қазан айына дейін уақытша жұмыспен қамтамасыз етеді. Ары қарай не істейміз? Жобалардың 6%-ында ғана тұрақты жұмыс орны қарастырылған. Оның өзінде мемлекеттік секторларда, яғни мектептер мен ауруханаларда. Мұндай жұмыс мені қатты алаңдатады. Үкімет әкімдермен бірлесіп, шұғыл түрде тұрақты жұмыс орындарын көбейтуге кірісуі керек. Бір айдың ішінде нәтижесін маған баяндаңыздар. Бірыңғай әлеуметтік төлемді алғаш рет төлеген адамдарды табысты жұмыспен қамту қажет. Олардың саны 1 миллион 300 мыңнан асады. Мұндай еңбекке жарамды азаматтардың оқып, мамандық алуына лайықты еңбек етуіне мүмкіндік жасау керек. Электронды еңбек биржасы бірыңғай портал болуға тиіс. Жұмысқа орналасуға қажетті барлық көмек шараларымен, соның ішінде цифрлық форматта танысу мүмкіндігін қамтамасыз еткен жөн. Осы ретте әкімдер азаматтардың жәрдем сұрағанын күтпей, өздері жұмыс ұсынуы қажет. Бұл өте маңызды мәселе. Мұны жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Третье. Поддержание макроэкономической стабильности. В июне текущего года годовая инфляция достигла 7%. С учетом проблем в экономике, целевой коридор по годовой инфляции был скорректирован до 9-11%. Вместе с тем, считаю необходимым обеспечить удержание уровня инфляции в пределах 8-8,5% путем реализации более эффективной денежно-кредитной политики, о чем я говорил недавно во время отчета Национального банка. Важно также постоянно работать над снижением немонетарной инфляции, расширять номенклатуру товаров, снижать непроизводительные расходы в экономике, решать вопросы логистики, особенно в АПК. Важным вопросом является стабильность финансовой системы. Национальный банк считает финансовую систему достаточно стабильной. Однако рост идет в сфере потребительского кредитования. Кредиты по реальному сектору экономики не растут.
мной даны поручения агентству и Нацбанку увеличить доступность кредитования для бизнеса. С ухудшением ситуации в реальной экономике, то есть на стороне заемщиков, произойдет ухудшение в финансовой сфере. Поэтому Нацбанку и агентству следует оценивать состояние банковского сектора не на разовой, а на периодической основе в условиях беспрецедентных фискальных мер государства. Вопросы государственного долга и стоимости его обслуживания становятся еще более важными. Правительству совместно с Национальным банком нужно активизировать работу по развитию рынка государственных ценных бумаг, вхождению в международные индексы. Это, конечно же, повысит привлекательность тенговых активов для зарубежных инвесторов, снизит стоимость заимствования и даст толчок развитию финансового сектора. Кроме того, следует ускорить работу по задействованию рынка неработающих активов. Активы на триллионы тенге исключены из экономического оборота. Мне известно об инициативах, признанных международных управляющих компаний по решению данного вопроса. Поручение мною давалось, но результатов нет. Правительство и финрегуляторы обязаны отчитаться по развитию фондового рынка в целом. Конструктивная и слаженная работа правительства и Национального банка сейчас важна как никогда. В ней не должно быть места ни бюрократии, ни субъективизму. Төртінші мәселе. Тиімді бюджет саясаты, бюджет қаржысын жұмсаудың тиімділігін арттыру ісінде мол резерв бар. Жоспарлаудың шалалығы, сатып алу құнының тым қымбаттығы, жекелеген іс-шаралардың тиімділігі мен қажеттігі әлде түйткілді мәселелер бар екенін көрсетіп отыр. Сондықтан қатаң бақылау шараларын енгізуіміз керек. Әйтпесе бос сөзден нәтиже шықпайды. Үкімет есеп комитетімен бірлесіп 15 қазанға дейін дағдарыспен күресу үшін бөлінген қаражатты жұмсаудың тиімділігіне талдау жасауы қажет. Талдау өңірлер мен орталық мемлекеттік органдар ерекшелігін ескере отырып жасалуы керек және онда әрбір министр мен әкім бойынша қорытынды тұжырымдар болуға тиіс. Далее, одним из источников пополнения бюджета должны стать дивиденды на госпакет акций. Не в качестве антикризисной меры, а на постоянной основе. После тщательного изучения этого вопроса его следует закрепить законодательно. Компании государственные, поэтому полученные ими доходы являются государственными деньгами и должны поступать в государственный бюджет. Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 триллионов тенге. Бюджет рискует надолго остаться без нефтяных доходов. Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из национального фонда. На этот год размер гарантированного трансферта из нацфонда был увеличен до 4,7 триллионов тенге. Причем эти средства зачастую носят нецелевой характер. Такой подход не соответствует требованиям жесткой бюджетной дисциплины. С 2021 года трансферты из Национального фонда должны носить только целевой характер. Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие. В правительстве обсуждается вопрос увеличения доходной части бюджета. Рассматриваются вопросы повышения ставок отдельных налогов, в том числе КПН и НДС. Можно понять правительство, так как это самый доступный способ увеличения поступлений в бюджет. Но в условиях, когда нужно оживлять экономику, механическое увеличение налогов может серьезно ухудшить и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Поэтому подойти к данному вопросу нужно максимально взвешенно. Бюджет тұрақтылығын қамтамасыз ету, ең бірінші тиімсіз шығындарды қысқартудан басталуы керек. 2021 жылға арналған бюджет шығындарын оңтайландыру жұмыстары басталды. Осы мақсатта 1,6 триллион теңгені қысқарту жоспарланып отыр. Қазіргі жағдайда бұл нашар көрсеткіш емес. Бірақ өнімсіз шығындарды қысқартқан жөн. Сонымен қатар экономикаға және қоғамға тиімділігі аз салық жеңілдіктері есебінен қосымша резервтерді қарастыру керек. Есеп комитетінің бағалауынша Салық кодексінде жалпы сомасы 4,5 триллион тенгеден асатын 277 жеңілдік түрі бар. Мұның есебін алып, тиімділігін бағалап отырған ешкім жоқ. Өткен жолғы кеңейтілген кеңесте
арнайы экономикалық аймақтың тиімсіздігі туралы ашық айтып, кемшілікті түзетуге тапсырма бердім. Бірақ менің тапсырмамнан кейін бағасы қымбат тұрғын үйлер мен офистер кешенін салу үшін Шымкент Сити деген жаңа арнайы экономикалық аймақ құру жобасы пайда болды. Шымкент миллионнан астам тұрғыны бар. Еліміздегі үшінші қала. Мемлекеттік бюджетке шығын келтіріп, салық режимінен саңлау іздеудің не керегі бар, мен түсінбеймін. Салық жеңілдіктерін оңтайландырып, оның жалпы көлеміне жеңілдік алушыларға және оның тиімділігіне қатысты міндетті мониторинг жүйесін енгізу қажет. Долгосрочную бюджетную устойчивость могут также подрывать косвенные обязательства бюджета, например, обязательства по государственно-частному партнерству. Их у нас появилось великое множество, от строительства автомагистралей до цифровых проектов. ГЧП – это хороший и правильный механизм. Вопросы вызывают бюджетная эффективность и баланс интересов между государством и инвестором. На 1 января 2020 года объем государственных обязательств по проектам ГЧП превысил 1,2 триллиона тенге. По данным счетного комитета, на 1 тенге привлеченных инвестиций приходится 1,4 тенге государственных обязательств. Министерство экономики, финансов, акиматы охотно дают на это свои заключения. Насколько такой подход сочетается с защитой фискальных и экономических интересов? Это вопрос в адрес правительства, и этот вопрос предстоит всесторонне изучить. Я вначале думал поднять по этому вопросу министра экономики, но сейчас этого делать не буду. Я адресую этот вопрос премьер-министру с тем, чтобы вы определились все-таки. Пятое. Поддержка отечественного бизнеса. Для поддержки малого и среднего бизнеса принят ряд беспрецедентных антикризисных мер. Значительно снижено налоговое бремя для малого и среднего бизнеса. Введен мораторий на проверки малого и микробизнеса. В рамках госпрограмм снижены ставки вознаграждения до 6%. Увеличены лимиты государственных гарантий, сняты отраслевые ограничения. Вместе с тем, все в большем количестве регионов допущено снижение количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Это произошло в 8 регионах. Наибольшее сокращение отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской областях. Вот теперь я хочу поднять министра экономики Даленова. Насколько эффективно принимаемые меры и как идет восстановление деятельности малого и среднего бизнеса? Пожалуйста. Уважаемый Касымжан Кемелевич, уже наблюдается восстановление кредитования экономики. В текущем году поддержано 18 тысяч проектов на сумму кредитного портфеля 1,3 триллиона тенге. Разрабатывается, по вашему поручению, разработано новое направление кредитования, микрокредитование. Оно затрагивает самый востребованный размер кредитов от 5 миллионов до 20 миллионов тенге, что позволяет поддержать большое количество предпринимателей, нуждающихся в оборотных средствах. Предоставляется там, где есть проблема с залогами, предоставляется гарантия 85%. Таким образом, снимается острый вопрос обеспечения нехватки залогового обеспечения. Максимально упрощен механизм без лишних процедур и согласований. В целом, по всем программам льготного кредитования, это ДКБ, экономика простых вещей, ЕНБЕК, программа Нацбанка, в этом году будет поддержано 40 тысяч предпринимателей с кредитным портфелем 2 триллиона тенге. По восстановлению мы тщательно следим за динамикой восстановления. Уже в июне есть оживление, было по итогам июня по ряду отраслей. Услуги по питанию выросли почти на 71%, транспорт 10,5%, торговля на 40%. Понятно, что июльские показатели будут, возможно, иными, но ограничительные мероприятия, они экономически отличаются, потому что от прежнего режима ЧП, потому что сохраняются грузоперевозки, авиасообщения, строительство, работают непродовольственные магазины небольшого размера и продовольственного всех размеров и так далее. В целом, Касымжан Кемелевич, мы полностью поддерживаем бизнес, имеем прямую коммуникативную связь. Все решения мы согласовываем с бизнесом и предлагаем на госкомиссии. При этом статистика по восстановлению, по услугам, она уже имеет тенденцию к оживлению. В рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли
обязательство по 90% доли местного содержания. Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 триллиона тенге. То есть 2,5 триллиона тенге должны влиться в нашу экономику с соответствующим эффектом на занятость и налоги. На практике же, как меня проинформировали, система планирования отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков, по сути дела, отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется для галочки. Бизнес не знает объемы планируемых работ, номенклатуру необходимых товаров, утвержденная с учетом местного содержания проектно-сметная документация меняется очень часто и может поменяться буквально на ходу. В итоге закупается импорт. Поддержка отечественных производителей является ключевым элементом антикризисных действий государства. В каждом регионе данный вопрос должен быть персонально закреплен за заместителем акима. Я думаю, я надеюсь, что так оно и есть. По итогам года правительство и администрация президента дадут оценку их работы и области в целом. Вопрос местного содержания необходимо на ежемесячной основе рассматривать на комиссии по восстановлению экономического роста. Государственные органы, представляющие некорректную информацию, не решающие вопросы по существу, будут привлекаться к ответственности. Палата Атамекен должна работать в тесном взаимодействии с правительством. Для обеспечения институциональной поддержки следует завершить работу по запуску единого сервиса правительства для бизнеса. Уже в сентябре данный сервис вкупе с элементами умного регулирования должен полноценно функционировать. В последнее время в мой адрес идет рост жалоб со стороны бизнеса на иски налоговых органов по признанию сделок недействительными. Мною было поручено создать интегрированную базу данных, которая дает возможность проведения самостоятельной проверки своих контрагентов. Пока этого не исполнено ни на законодательном, ни на практическом уровне. Это ведет к административному прессингу фискалов. Вот министр Жамабаев, что вы скажете, как прокомментируете это? Хурмет Касымжомарт Кемелулы, я сравниваю это дурус. По принципу должной осмотрительности мы все законодательные нормы уже разработали, с бизнесом все согласовали. В Мажилисе сейчас находится законопроект по вопросам налогообложения. В сентябре эти нормы будем двигать в рамках этого же законопроекта. Что касается информационной системы, реестр будет вести НПП Атамекен. Понимание уже есть. Все базы данных госорганов и организаций будут интегрированы с этим реестром. То есть как законодательная, так и практическая работа полностью параллельно ведется. Данную работу нужно завершить до конца года. Налоговое и таможенное администрирование – это важные инструменты фискальной политики. Но очень важно одновременно достичь баланса. От органов госдоходов ожидаю конструктивного диалога с Атамекен и бизнес-омбудсменом. Но и палата не должна переходить через край. Нужно добиваться разумного баланса интересов бизнеса и государства. Это мое обращение уже к Атамекен. Алтынчы. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту және қоршаған ортаны қорғау. Індет елді азық-түлікпен қамтамасыз етудің әлсіз тұстарын көрсетіп берді. Пандемия кезінде халықтың табысы азайды, бірақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары қымбаттай түсті. Азық-түлік тауарлары бағасының қымбаттау индексі елдегі инфляция индексінен 1,6 есеге асты. Астық сақтайтын заманауи инфрақұрылымның болмауында түйткілді мәселе. Сондықтан диқандар өнімдерін егістік алқабында сатуға мәжбүр. Кейде тіпті ысырап болатын жағдайлар да кездеседі. Солтүстік Қазақстан 18%, Түркістан 21% және Алматы 25% облыстары көкөніс қоймаларымен нашар қамтамасыз етілген. Әрине, бұл ең алдымен фермерлердің жеке мәселесі екені белгілі. Бірақ мемлекеттік органдар ынталандыру шараларын ұйымдастыруы керек. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиялық мәселе екенін тағы да ескертемін. Сондықтан үкімет пен әкімдер бұған тиісті деңгейде көңіл бөлуге тиіс. Ауыл шаруашылығының экспорттық әлеуеті нашар дамыған. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өндірілген өнімді экспортқа шығару жоспары 85%-ға орындалған.
Осы ретте қайта өнделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2025 жылға қарай 2.5 есеге ұлғайтуды. Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты белгіледік. Сауда және интеграция министрлігі тарапынан экспортқа тиімді көмек беріліп жатқаны байқалмайды. Қайта өндеу секторын дамытпаса, агроөнеркәсіп кешенінің өсімі бұрынғы деңгейде қала береді. Мемлекеттік қолдау шаралары осы салаға бағытталуға тиіс. Азық-түлік өнеркәсібін дамыту құзыреті жақында ауыл шаруашылығы министрлігіне берілді. Министрлік шикізат және өндеу секторларының дамытудың бір тұтас тәсілін енгізуі керек. Жер ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі факторы. 2021 жылы Жер кодексінің жекелеген нормаларына жайылған мораторий аяқталады. Осыған байланысты бұл мәселе жөнінде түпкілікті шешім қабылдауымыз керек. Негізгі мәселені айқындап алдық. Жер шетелдіктерге сатылмайды. Бұл мәселеге енді оралмаймыз. Бірақ агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін инвестиция мен технологияны тартуға тиіспіз. Осыған орай жерді тиімді пайдалану мәселесін фермерлер қоғамдастығымен бірге кеңінен талқылау керек. Барлық ұсыныс жария түрде ашық талқылануға тиіс. Осы жұмыстың қорытындысы бойынша үкіметке жер кодексіне түзетулер енгізуді тапсырамын. Игерілмеген және тиімсіз игерілген жерлерді анықтап, оны алып қою мақсатымен ғарыштан мониторинг жасауды заңнамалық тұрғыдан бекіттік. Түгіндеу барысында анықталған 12.8 миллион гектар игерілмеген жердің 7 миллион гектары мемлекетке қайтарылды. Менің ұстанымым айқын. Жерді алдың ба, оны игеру керек. Әйтпесе жерді игеріп, жұмыс істей алатын адамдарға береміз. Сондықтан бұл саладағы түгендеу ісін осы жылдың соңына дейін толық аяқтау қажет. Медленными темпами ведется цифровизация земельных отношений. Правительством до сих пор не создана единая национальная база данных о земельном фонде и объектах недвижимости. Это коррупционная сфера. Понятно, что не все заинтересованы в прозрачности в этом вопросе. Работа по наполнению геопорталов регионов ведется несистемно. Не хватает методологической и координационной поддержки со стороны правительства. В Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях готовность геопорталов составляет, по нашим данным, менее 10%. Не внедрен единый реестр очередников на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Правительству предстоит внести в парламент проект закона по цифровизации земельных отношений до 15 сентября 2020 года. Уже сейчас следует подготовиться к своевременной уборке урожая, причем в условиях возможного сохранения отдельных ограничений. Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. Ежегодно образуется свыше 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Это недостаточно. Например, в странах Европейского Союза средний уровень – это 30%. Низкая доля переработки отходов отмечается в Ахмолинской – буквально 3%, в Восточно-Казахстанской – чуть более 3%, в Западно-Казахстанской – 8,5%. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии Waste to Energy. Не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов. Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Нужна системная работа со стороны Министерства экологии. Министр Мырзагалиев, что делается с министерством в этом направлении? Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, по экологии у нас действительно есть две такие крупные базовые проблемы. Первая – это проблема с выбросами, вторая – проблема с отходами. Что касается отходов, Waste to Energy, вы в прошлом году давали нам поручение, мы уже механизм выработали. В Мажилисе мы прошли уже согласование, осенью пройдем через Сенат. Не дожидаясь законодательных изменений, мы сейчас по 6 областным центрам ведем работу с акиматами, изучаем морфологический состав мусора, изучаем, соответственно, объемы мусора. Вот, и мы после того, как законодательные изменения внесем, уже будем готовы к проведению соответствующих аукционов, где частный инвестор, тому будет инвестору отдаваться ПР, кто предложит наименьший тариф на производимую электроэнергию. Это по аналогии с ВИЭ. Кроме этого, по городу Семей и Усть-Каменогорск мы совместно с
Даниилом Кинштайновичем, работаем с Европейским банком реконструкции и развития, и тоже у нас есть планы по созданию там двух современных мусороперерабатывающих линий. Таким образом, мы полагаем, что в течение 5 лет мы достигнем среднеевропейского уровня. Я хочу отметить, что согласно концепции по переходу к зеленой экономике, мы должны были европейского уровня достичь до 30-го года, то есть мы планы наши пойти с опережением. Что касается, если буквально несколько слов добавить по ситуации с отходами, со стихийными свалками, мы в прошлом году начали с этой болезнью нашей бороться через космоснимки. В прошлом году более 9000 определили стихийных свалок, в этом году порядка 1700. Вот, есть, понятно, снижение, но это больше, наверное, связано с тем, что из-за карантинных ограничений. Однако же, вместе с тем, для того, чтобы эту проблему решить системно, в драфте нового экологического кодекса мы предусмотрели норму по чипированию GPS-датчиками всех мусоровывозящих автомобилей. И плюс ужесточение за свалки. Я хотел бы в этой связи сказать следующее. Работа эта очень важная. Она вообще, в принципе, носит глобальный характер. Это первое. Направление работы верное с вашей стороны. Я обращаюсь к министру образования Аймалымбетову. Нам нужно в школах ввести предмет экологическое образование детей. Смотрите, что делается. После себя люди оставляют сотни килограммов, если не тонн мусора, бытового мусора. В силу отсутствия общей культуры. Людям на протяжении целого ряда лет не объясняли, что природу ни в коем случае загрязнять нельзя. Это первое. Во-вторых, отношение к животному миру. Недавно произошел инцидент в Актау, в Мангистауской области. Камнями и палками забили тюленей. Ну, это дикость просто. С другой стороны, винить детей в этом, детей и подростков в этом тоже нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе, и тем более дома, что этого делать нельзя. Я уже не говорю о совершенно рядовых, так сказать, в кавычках, случаях, когда там собак душат, сжигают живых щенков и так далее. Я думаю, что министр Аймалымбетов должен задуматься над этим. Второй вопрос – это к Министерству экологии. Это очень важное тоже направление. Программа управления водными ресурсами. Я сегодня прочитал ваше интервью в газете «Литер». Правильное интервью, его надо дальше как бы развивать. Что с программой управления водных ресурсов? Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемельевич. Мы программу разработали, она у нас готова. Хочу отметить, что мы ее разрабатывали с очень широким вовлечением ученых и ветеранов отрасли. Есть ряд индикаторов. Основной индикатор, вокруг чего построена госпрограмма, это выполнение вашего поручения, данного в послании, по удвоению объемов рожаемых земель с 1,5 миллиона до 3 миллионов гектар к 30-му году. В этой связи понятно, что эта задача, она непростая, сложная, но достижимая. Мы по каждой области соответствующие сейчас уже планы совместно с акиматами и Минсельхозом имеем. Теперь, если в прошлом году 66 тысяч гектар было введено, то уже сейчас, вот Оскар Узакбаевич чуть ранее докладывал, почти на 500 тысячах гектар ведется сегодня работа. Ключевой индикатор также государственной программы – это снижение потерь воды более чем в 3 раза. Если сегодня у нас непродуктивные потери составляют порядка 4 кубокилометров, то мы планируем довести ее до 1,2. Тогда, соответственно, удвоение объема орошаемых земель, оно и не даст такого большого увеличения по потреблению воды. Третий важнейший индикатор – это строительство водохранилищ. Мы, Касым-Жомарт Кемельевич, поработали совместно с «Казгидромет». Мы выявили, подняли все наши метеорологические данные, начиная с 50-х годов, определили места потенциального расположения водохранилищ с учетом баланса воды. И на сегодняшний день строим планы по строительству новых 38 водохранилищ в 8 областях страны. Что это нам даст? Во-первых, мы сможем ввести дополнительно почти 400 тысяч гектар орошаемых земель, создать на них порядка 130 тысяч рабочих мест. Вот, и кроме того, мы снизим угрозу паводков в более чем 70 населенных
пунктов. Я думаю, что вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой будут находиться в зоне внимания правительства. Это стратегическая задача, особенно для Казахстана, вододефицитной страны. Жетінші мәселе әлеуметтік сала. Біз әрдайым бұл саланы басты назарда ұстаймыз. Тек биылдың өзінде зейнетақы мен жәрдемақыны екі рет индекстедік. Биылғы бірінші маусымдағы дерек бойынша зейнетақының орташа жинақтық мөлшері 16%, яғни 99 мың теңгеге дейін өсті. Еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда төленетін төлем 69%, асыраушысынан айрылғанда төленетін төлем 41%, ал жұмысынан айрылғанда төленетін төлем 44%-ға артты. Қанша табыс табатынына қарамастан, көпбалалы отбасылар үшін мемлекеттік жәрдемақы енгізілді. Бұл жәрдемақы балалар бар 400 мыңға жуық отбасыға қосымша қолдау болды. Менің тапсырмам бойынша биылғы 1 қаңтардан бастап атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі іске қосылды. Министр Нұрымбетов, бұл жұмыстың нәтижесі қандай? Қандай мәселелер бар? Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, расында да сіздің тапсырмаңыз бойынша жаңа жылдан жаңа механизмі атаулы әлеуметтік көмектің енгізілді. Бұл жерде сіз ерекше көңіл бөлгеніңіз оның ашықтығы, әділеттігі және еңбекке деген мотивация деп едіңіз. Осы тұрғыдан бірінші өзгерісіміз жаңағы халық көбі табысты санамаса деді, сондықтан табысына қарамастан көп балалы жанұяларға жәрдемақы енгіздік. Жаңа өзіңіз атап кеттіңіз, 390 мың көп балалы жанұялар осы жәрдемақыны алып келе жатыр. Олардың мөлшері баланың санына байланысты. Бір балаға 11 мыңнан асып тұр. Екіншіден, атаулы әлеуметтік көмектің өзіне келетін болсақ, осы жаңа әдістер былтырғы жылға қарағанда атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 2,5 есе азайды. Бүгінгі таңға 128 мың жанұя, не болмаса 660 мың адам алады. Ол біріншіден жаңа көп балалы аналарды қолдағанымыздың себебі, екіншіден мотивация тұруды дейміз, еңбекке жарамды семья мүшелеріне талап қойылды заң бойынша жұмыс жасау үшін. Егер де ұсынып отқан жұмыстан бас тартса, бүкіл семья атаулы әлеуметтік көмектен айырылады. Сондықтан осының да әсері болды. 40 мыңға жуық сондай азаматтар атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін біздің бағдарламаға қатысып жұмыс істеп жатыр. Үшінші, жаңа тетік сіздің тапсырмаңыз бойынша сол жанұядағы балаларға кепілдендірген әлеуметтік пакет енгізілді. Гарантированный социальный пакет. Ол бірінші кезекте мектепке дейінгі балаларға жақсы әсер етті. Қазіргі күнде 186 мың мектеп жасына дейінгі балалар ай сайын азық-түлік топтамасын алып жатыр. Бұл да жаңа атаулықты қамтамасыз етті. Қасым-жомарт Кемелұлы, ақша тікелей балаға жетті. Ол семья басқа шаруаларына жаратқан жоқ. Енді соңғысы, әрине біз осы бүкіл процестерді автоматтандыру жұмыстарын бітірдік. Қасым-жомарт Кемелұлы, тіпті ауылдың әкімінің деңгейіне дейін жасадық. Және де басқа мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияны аяқтадық. Оның 24 ақпараттық жүйемен біздің жүйелер интеграция жасалған, сөйтіп атаулы әлеуметтік көмектің төленуі, тағайындалуына күнделікті мониторинг жүргізіп, оның ашықтығын қамтамасыз етуге қол жеткізіп отырмыз. Қысқаша осылай, рахмет. Жалпы айтқанда нәтижелер бар. Осындай күрделі кезінде мемлекет халық алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. Қазіргі пандемия ахуалы жұмыспен қамту саласында азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайына айтарлықтай теріс әсер ететіні анық. Сондықтан министрлікке осы бағытта тиісті ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын. 8-ші мәселе. Сапалы цифрландыру. Пандемия цифрлық экономикадағы елеулі кемшіліктер мен олқылықтарды көрсетті. Дегенмен дамуға тың серпін берді. Менің тапсырмам бойынша үкімет цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын қайта қарап жатыр. Ондағы жіберілген қателіктер мен кемшіліктердің бәрін жөндеу керек. Үкіметке жыл соңына дейін 250 мыңнан тұрғыны бар елді мекендерді сапалы интернетпен қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл халқымыздың 99.3%-ын қамтиды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 80% автоматтандырылды. Жыл соңына дейін бұл цифрді 90%-ға дейін жеткізу қажет. Сондай-ақ, көрсетілетін қызметтер сапалы болуға тиіс. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің жуырда өткен отырысында
білім саласындағы мәселелер мен міндеттерді егжей-тегжейлі талқыладық. Сонымен қатар қашықтан оқыту әдісіне көшуісі, инфрақұрылым мен интернет сапасына қатысты елеулі мәселелердің бар екенін көрсетті. Мұғалімдердің 20%-дан астамы үйлерінде толыққанды интернет пен компьютер жоқ болғандықтан қашықтан тиімді оқыта алмады. Мектептердің балансындағы 400 мыңнан астам компьютердің тек 40% ғана іске жарады. Бұл әкімдіктер мен министрліктің жұмысының нәтижесі. Әкімдіктер жаңа оқу жылына дереу дайындалып, мектептер мен шегелеген мұқтаж отбасыларды қажетті техникамен жабдықтауға тиіс. Онлайн оқыту ісі отандық оқу ағарту ресурстарының пайда болуына тың серпін берді. Бүгінде 380-нен астам осындай ресурс тегін трафикке қосылды. Бұл жақсы тәжірибе. Дегенмен әлі жеткіліксіз. Білім беру мекемелері үшін жеңілдетілген бөлек трафик жоспар қарастырылуы қажет. 1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Вообще, как дети будут учиться? Очно, дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году? Министр Аймагомбетов, пожалуйста. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, нами подготовлено несколько вариантов организации учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации. По всем этим вариантам нами проводится одновременно работа. При этом ресурсы и силы мы рассчитываем на самые сложные из этих вариантов. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Мы учли ошибки и недостатки и уроки предыдущего периода. Вопросы, проблемы организационные, методологические и инфраструктурные. Что касается готовности педагогов, их компетенции обучать в новых условиях, здесь необходимо отметить, что нами организованы курсы из 5 модулей, и мы даем здесь с охватом как IT-компетенции для педагогов, так и киберпедагогики, цифровой педагогики, методологии. Уже сейчас методологи наши, методисты и завучи начали эти курсы. С 20 июля по мере выхода из отпуска все наши коллеги приступят. Как вами было сказано, по компьютерам это очень большая проблема. Действительно, те компьютеры, которые имеются на балансе, они их очень мало, определенная их часть это исчерпали свой ресурс. И здесь необходимо отметить, что эта проблема касается как доступности учителей, так и доступности компьютерам наших детей. Поэтому по каждому району утверждены планы по обеспечению сейчас компьютерами, и акиматами начата уже процедура дополнительного закупа, кроме того, что был организован весенний период. Что касается интернета, серверов и расширения каналов связи, мы работаем совместно с отраслевым министерством. Также очень важным вызовом является подготовка контента, силабусов, видеоуроков и методологическая поддержка детей, психологическая поддержка детей и родителей. Здесь также мы вместе с местными исполнительными органами работаем. Конечно, одним из самых уязвимых у нас стали дети с особыми образовательными потребностями, дети из семей с низкими доходами и особенности дети начальных классов. Поэтому особое внимание мы уделяем именно данным категориям. В целом, Касым-Жомарт Кемелевич, нами подготовлен пошаговый детальный план. Окончательный вариант по началу учебного года нами будет принят. Основные два фактора мы будем учитывать. Первый фактор – это, безусловно, жизнь и здоровье наших обучающихся детей и педагогов. И второй фактор – это обеспечение качественного образования. До 1 сентября осталось полтора месяца. Я обращаюсь и к министру, и к акимам. Надо определиться. Начало учебного года ни в коем случае сорвать нельзя. Это первое. Во-вторых, то, о чем вы говорили. Все недостатки, которые были обнаружены в ходе пандемии, надо выправлять. В частности, с точки зрения обеспечения компьютерами и другими техническими средствами. Полтора месяца осталось. Кстати, вообще, что касается лета, уже половина лета прошло. Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента, никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Даже забудьте такие слова, как отпуск, отдых и так далее. Уважаемые коллеги, я хочу затронуть еще один актуальный вопрос. Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности к народу. В этом плане особое значение приобретает сельское хозяйство.
Нужно забыть о поддержке неэффективных отраслей предприятий и банков. Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным центральным властям. Наш госаппарат и в целом система госуправления серьезно отстали от веления времени. Идеологическому аппарату тоже не хватает знаний, опыта, креативности и смелости. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Без такой реформы, убежден, мы не сможем придать реальный импульс социально-экономическому развитию страны. Об этом я более подробно скажу в послании народу. Сейчас же становится все более важной задачей подбора кадров для выполнения качественно новых задач. Другими словами, новый курс предусматривает новых исполнителей, образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Мемлекеттік аппаратқа білімді, білікті, ойы ұшқыр, адал мамандар керек. Бізде осындай азаматтар жеткілікті ме? Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас зачастую бывает весьма трудно. И примут решение в пользу, естественно, государства. Вот я хотел остановиться на этом и благодарю всех за совещание.